То чувство, когда начинаешь ремонт зарядного устройства, вот здесь вот вообще не было предохранителя. Я его поставил, ничего не изменилось. Зарядное устройство не заработало. Вскрыл сначала вот эту вот крышку, нашел здесь поломанный предохранитель. Вот он стеклянный. Для того, чтобы его выпаять, нужно защитную полоску вот эту вот повредить. Ну, то есть нужно будет здесь ее снять, эта пленка. Уже будет видно, что его ремонтировали. Но как бы самое интересное то, что сейчас вот видно. Вот у нас здесь получается выход на зарядку. А вот предохранитель, куда я поставил. То есть эта штука даже вообще не подключена была. Ну, в общем, как-то так. Ну, а типа зачем подключать? Если можно впаять предохранитель, такой заклеить наклейкой, чтобы потом ты его вообще не достал нормально, не отремонтировал. Ну, в общем, издержки производства. Как известно, китайцы все любят удешевить и озадачить. В общем, как-то так.